цифровизацией жизни ежедневно сталкивается каждый гражданин нашей страны, однако далеко не все представляют все те выгоды, которые она может дать. Помочь это понять и научить пользоваться цифровыми услугами во всех сферах жизни – цель тематической недели, посвященной нацпроекту «Цифровая экономика». Одно из мероприятий – повышение квалификации для госслужащих. Сегодня здесь стартует трехдневный образовательный интенсив, который направлен на государственных и муниципальных службы Ульяновской области. Ульяновская область не первый регион, который принимает вот такую образовательную площадку. Все мероприятия подготовлены Российской академией народного хозяйства и государственной службы. И главной целью является формирование компетенций по цифровому управлению среди госслужащих. 19 сентября в Москве с компанией «Цифровая экономика» было подписано соглашение о сотрудничестве. Теперь стороны будут совместно реализовывать проекты по развитию цифровой экономики на территории региона, в том числе и приглашать федеральных экспертов. Основная мысль, которую мы сегодня постараемся им донести, я бы сказал, это две мысли. Первая мысль, что цифровая экономика уже наступила, что мы все пользуемся цифровыми сервисами, поэтому это не будущее, и к этому надо быть уже готовым и жить сейчас. Потому что либо мы вольемся в этот процесс, либо этот процесс вольется в нас. Лучше все-таки, что первое. А вторая история, мы хотим четко донести до людей, что несмотря на все технологические прорывы, все эти приложения и возможности, которые есть, в первую очередь мы должны помнить о человеке, и все наши сервисы, все цифровые технологии, все проекты выстраивать под человека. Соглашение, заключенное между регионом и некоммерческой организацией, направлено на внедрение цифровых технологий в экономику, социальную сферу, государственное и муниципальное управление. Кроме того, это взаимодействие позволит привлечь федеральные средства в регион. Нашей большой программе сотрудничества добавилась и образовательная программа руководителя цифровой трансформации. И мне представляется, что очень топо, какой семьей я даже горжусь, вами, в Ульяновской области в том числе, за то, что мы стали одним из первых субъектов Федерации, где у нас с вами есть возможность проходить курсы основы цифровой трансформации и цифровой экономики. Владимир Путин поставил задачу ускоренного развития цифровых технологий, а также обеспечения подготовки высококвалифицированных кадров. В Ульяновской области задача, поставленная президентом, успешно реализуется. Павел Половов, Юрий Конихин, новости Улправды ТВ.